нычку лутает первую. Да убить его уже, что он там убить. Бегает. Первый пустит под тобой. А где он был? Он убил меня. А как он меня видел? Левая рука. Убил меня. А я вообще не видел, где он там был. Он же из кустов перед тобой вышел. Да ну нахер. Он перед тобой вышел из кустов. Подожди, я хочу посмотреть. Смотрю. У меня нету его на экране вид. Не знаю. Я сверху стоял, я видел, он вышел. Вы начали стреляться. Я думаю, ну как бы ты стрелял. Да я стрелял просто на подавление, потому что он по мне стреляет же. Я думал, ты понимаешь. Но он-то по мне без промахов стреляет, понимаешь? Через. Ну, видимо, он реально вышел. И по мне начал стрелять, но у меня его нет на экране, я просто стреляю в пустоту, в кусты. Что, блин, ну кто стреляет по мне? Сам вот может на стриме посмотреть, его тупо нет. А он по мне все без промахов попадает. Я, конечно, все понимаю. Игра бета там. Реализм, все дела. Это ж бета и все такое, все понимаю. Но вот это вот, я такое последний раз видел, когда я только начинал в Тарков играть. Когда у меня Мэтт был невидимый. А мне не верила Аня, типа думала, что я ее обманываю, короче. А я реально не видел, как Мэтт стоит рядом с ней. А тут просто невидимый чел. Двоих убил. Два хп, блядь, жить! А! Кил? Да. Но мне пизда, извиняюсь, мой французский. Я понял. Мы? Ну вот да, где ты сидел под этой комнатой на второй этаже? Да, тюрьме. да, ушла. Там же чел. Понял, у магазина еще есть. Убил. Дал туда еще в комнату. Я еще двоих убил на улице. Здесь еще есть еще. Бля, кто-то ходит? Или это дождь? Я не понимаю. Кто-то ходит, кажется, у меня. Мы? Где? Инфу. Со стороны холма. У трешки. У тебя есть грена? Просто прокинуть к палатке. Накрыться куст, дать грену. Он зашугается, вероятно. Сейчас оформлю, погоди. Я лежу тоже в кустиках. Между трешкой и крысокустом. Ушла. Не к тебе надеюсь? Не-не-не. А тут раздетый труп какой-то лежит. Ну вот. Челобот, походу. Ты сейчас щит лутаешь, да? Да, я лутаю. Куда может быть? Так, вот это хорошо. Да, там хороший типа. Это то, что надо. Надо уезжать, потому что я без армора. У меня 3 единицы осталось. Так, где-то я тут еще убивал. Вот этого, что ли? Да. Вот он его собрал и поперся. Ну вот, я же говорю, что вот он со собранный лежит. Как я выжил, блин? 2 хп оставалось, реально. А, 3. Ой! Че, взорванный кто-то? Да. На последних минутах? 1.42. Как раз вот эти гранаты, которые я туда откидывал.
Когда тебя просил в кусты кинуть, да? Да. Одноклассники надо. Одноклассники, да. Это вообще топовая стриминговая площадка, если что. Зря вы смеетесь. Так что, чатик, кто не зарегался еще на Трово, регайтесь, подписывайтесь. Вон, чат пишет, там качество лучше, чем на Ютубе. И задержки нету. Ты по кустам ходишь? Я ОГС тоже. Понял. У меня чевок на длине. Понял, вращаюсь. Двое. Где человек на длине? Попал в одного. Подержи, я сзади обойду, попробую. Угу. Они прям на длине стоят? Ну, где вот эти контейнеры, времяночки? Они сейчас в них. Дам хаешку, чтоб маленько поволновались. Убегаю с ангара. Я на длине. Никого не вижу. Значит, они на территории во времянках. Нет. Убил меня, он снаружи. Я понял. А, он за помойкой. Все еще за помойкой сидит. Так, дайте-ка я грудак дохилю до конца. Yes! Секло. Сорок седьмой уровень. Поэтому смотри сам, конечно же. О, блядь. Здорово, чел. Взорвал, что ли? Серьезно? Это так работает, да? Понял. Вода есть, чел? Он решаловских поубивал, видите, у него гранаты, Black Rock, все найденное в рейде. Вот как-то так, чатик.
четверых. У меня есть. Урал на дороге от мусора. Понял. Он за Уралом? Да. Зашел на территорию. На территорию стоянки? Нет, на территории Тарконова я. Где пролом. Ага. Двое у меня, по-моему. Одному сильно надавал, возле мусорки белая большая сумка. Еще ходит у меня по зелени. Там один хп он должен быть, чел. Белая сумка есть большая. Я в мусорке. Он зашел в гаражи в дальнем заходе. Где гараж с сумкой. Угу. Я с этой стороны буду заходить. Че, у тебя никого нету мусора? Ходит. Территория, по-моему. Лушак, у тебя? Стреляет по кому-то. Стоянка, угол, по-моему, где автобус. Либо в канавке дороги. Побежал на лес. У меня есть за Уралом под лэпом. Взорвал этого. Ты грену? Нет, мне откидывают, по-моему. Бежал. По территории бегаю. По дереву, да? За синий ты? Нет, нет, нет. Хорошо, дал ему за синий. Вот стреляет по мне в данный момент. Дал ему хае. Бля, ну хаешка была четкая. Если он там живой. По мне, по мне. Пушу. Он за синий сидит. Не рискуй, не рискуй. Убил. Угу. Я на себя байтил. Это без белой сумки, да? Да. Это он и стрелял, кстати. Ты тут где-то, да, у пролома? Да-да-да, я у мусора, на той стороне. Угу. Есть, есть, под лэпом сидит крыска. Угу. Прям вот там, куда я смотрю. Ближний лэп, да, к нам вот этот? Да-да-да. Надо скинуть туда ему. Кидай. Кидаешь? Да. Дальше. Он за контейнерами с куртками. Понял, там где Змей Горыныч? Я уже подхожу. Блин, я кинул. Ну, правее кинул. Угу. Блять, он делся куда-то. К ПВЕ может. Мог отбежать к ПВЕ, короче. Я патроны туда кину. Блин, вот они не задолбали спрятаться, скажи мне. Вот одного убили и начались прятки. О, пошла игра у людей. Тактическая, блядь, шутер тактически хардкорный. Называется «Найди меня», блин. А изначально он сидел за Уралом, когда я до него вышел. С нашей стороны Урал, который по дороге. Я понял. Прикроют.
А он там и сидит, походу, слышишь? Под ремянкой? Да. Подпушиваю. Убил. Я зашел, не перезарю. Он был? Я не, да, не знаю. Не, ну я думаю, может, запомнил. Не-не-не. Темненький, вроде похож, но может быть легко еще один. Ну это клановцы, блять. Просто клановые типы, которые сидят. 47 уровень, капец. Гранаты у него есть. А, это у того другого типа, да. Ни одну мне не было. У того не было гранаток. Лутаю. Едь, мы попайтили. Весь рейд там. Угу. Так ладно, файтились, мы их искали, ходили всю катку, полчаса, блин. Так. Одного убил, он через поиск. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.